Как известно, учиться никогда не поздно. А если есть желание стать обладателем водительских прав, то еще и полезно. Конечно, чтобы учебный процесс был не в тягость, а в радость, автошкола должна соответствовать целому ряду критериев. Так какие же они, эти критерии? Давайте спросим у нашего человека. Хочу, чтобы школа недалеко от дома была. И чтобы встретили меня, все рассказали, объяснили, договор заключили, тетрадочку подарили и сразу на занятия. И чтобы обязательно школа была известная и проверенная, а преподаватели опытные со стажем. А в классах, чтобы всякие плакаты висели и стенды. И компьютеров, конечно же, должно быть много. И автотренажер обязательно современный, похожий на автомобиль. А еще на занятия по ДД я хочу по удобному графику ходить. Хочу в понедельник с утра или нет, во вторник вечером или в обед, а потом решим. И хорошо, чтобы лекции можно было через интернет изучать и задачки решать, закреплять, так сказать, пройденный материал. Учиться потому, как нужно, по-современному. Хочу, чтобы машин в школе было много разных. Захотел учиться на иномарке и на тебе. И сидеть удобно, и руль легко крутится. А то ведь комфорта хочется и безопасности. И обязательно, чтобы на вождение из дома забирали или с работы. А на телефон смс-напоминание об уроке приходило. Чтобы не бояться, что забуду. А еще, чтобы можно было на грузовик отучиться или на автобус. И чтобы автобус современный был, дверь вот так прикольно открывал туды-сюды. А еще, чтобы экзамены в ГАИ почаще были, чтобы отучиться и не ждать долго. А цена обязательно, чтобы была невысокая, чтобы акции разные проводились и купончик можно было на сайте распечатать. Потом, чтобы в школу прийти и договор со скидочкой заключить. Лепота. Ну вот, нам больше не надо ломать голову при выборе автошколы. Теперь мы знаем, какой она должна быть. Благодарим за помощь в проведении съемок автошколу «Драйв Мастер». Телефон 570-38.